кто-то. Добрый вечер, гости Траха. Тебе. Добрый вечер. Не желаете застраховаться? Имущество, ценности? Да какие ценности? О чем вы говорите? Ваша жизнь. Тоже мне ценность. Вы знаете, сколько я получаю? Жизнь вашей жены. Не смешите меня. Ценность. Она домашняя хозяйка. О, вы не знаете истинной ценности вашей жены, домашней хозяйки. Вот расценки бытовых услуг. Приобретение и доставка продуктов на дом 70 копеек в час. Часа 4 ваша жена в очередях кукует? Кукует. 2,80. Множим на 4. 84 рубля, как 1 копейка. Гляди-ка. Пеленки, вижу, сохнут. Стало быть, ей детвора. Есть. Часиков 5 с ребенком погулять надо? Надо. Учтите, 70 копеек в час – это расценки бюро добрых услуг. 3,5 в день множим, значит, 105 рублей в месяц. Пол, вижу, у вас чистый, натертый. А сколько метров в квартире? 30. По 18 копеек за метр, 5,5 в день. Уборку делаете по субботам, так? Да. Множим на 4. Итак, отужинали. Ой, борщ чую украинский. В ресторане платят 86 копеек за порцию, да еще на чай дают. На второе котлета фри со сложным гарниром. Надо полагать, ₽5 как пить дать. На третье у вас, надеюсь... Компот. Компот. Вычитаем стоимость продуктов. Аппетит вашей жены. Так, значит, завтрак съедаете сами. Угу. Обед делите с другом. Угу. А ужин хотите отдать врагу. Угу. Но я чувствую, врагов у вас нет. Итого. Только по перечисленным мной услугам стоимость вашей жены в месяц 500 ре. За целый год 6000 ре. Машина. Сокровище мое. Лёнь, ты что? Национальное ты наше богатство. Страхуйте на полную стоимость. И от угона...